сомнений, чтобы они были старше. Потому что все-таки это уже повзрослевшие ребята, и соревноваться им было тут по большому счету не с кем. Но все-таки хотелось всех троих, Никиту, Мико и Германа, попросить сказать, посмотрите, что вы замечаете. Сильно проделанной работы, год за годом получается вот такие классные ребята, которые вот в итог из таких малышей, как Рома, вырастают вот такие большие ребята. Красавцы. Олечка, ты просто наш!